веранду, уже все подготовили. Сейчас будем жарить курочку. Сейчас покажу. Вот такая вот красивая маринованная курица. Мариновал муж в каком-то соусе. Если я правильно прочла, мне показалось, что там было написано, что это соус для говядины. Но, тем не менее, муж в нем замариновал курицу. Так, кто не смотрел, это продолжение, вторая часть предыдущего видео. Сейчас начинается череда праздников в Корее. Ой, сегодня столько людей было в магазине, это что-то с чем-то. Просто нереальные очереди, все с огромными корзинами еды. Так, что я хочу? Я хочу еще жареный баклажанчик. Жареный баклажанчик, жарить будем, как и прежде, вот на этой чудо-сковородке, на чудо-плите, которую я подарила мужу на день рождения. Вот. Мясо я, честно говоря, не очень хочу, хочу баклажанчик жареный. Подготовила себе уже вилочку, сок яблочный. Смотри-ка. Что, ты тоже хочешь поучаствовать? И что такое? Кто такой глазастенький? Кто такой ушастенький? Аккуратнее вывалишься. Вывалишься, и что мы будем делать? Сейчас курица пожарится, и мы тебе дадим. Джо оближивается, моя малышка. Сейчас дадим курочку. Смотрите, какая красота невероятная. Какое красивое мясо. А вот мои баклажанчики жарятся. Такие скромные, не такие пафосные, как это мясо куриное. Так, уже подпалил, уже подпалил. Но я думаю, это не мясо погорело, это соус погорел. Так, что у нас там в кружке? В кружке у нас пивко, конечно же. Как без него? Ну, одну бутылочку купил, одну-то можно с этим, с жареным-то мясом. Вкусно. Я, кстати, не поощряю употребление алкоголя, но когда речь идет, знаете, о вкусных сочетаниях, то тут да, однозначно да. Ради этого можно, конечно. А просто так, знаете, когда люди нажираются, лишь бы, знаете, рассудок потерять, не умеют расслабляться. Вот этого я не люблю. А вот ради гурманства, ради вот того, чтобы вкусненько-вкусненько, это ради Бога, как говорится. На здоровечко, пусть пьет. Вот такой вот соусик. Я сюда буду макать свои баклажунчики. Так, вообще это видео хотел муж снимать, потому что он сейчас увлекся жанром мокпан. Ему нравится процесс приготовления еды, процесс употребления еды. И вот он тоже захотел снимать, потому что он любит готовить. Хотел, так сказать, продемонстрировать свои кулинарные навыки. Всем привет! У нас пати-пати. А пари. Вечеринка, говорит, сегодня у нас. Продолжаем жарить. Так, у меня уже пожарились два баклажанчика. Я их посолила, поперчила. Сейчас не знаю, почему мне так хочется томатным этим соусом, кетчупом полить. Я не помещаюсь в кадр. Так, а может, ну и вот этот томатный соус, может, вот этот вот соус. Курочку еще добавили. Курочку добавили. Так, ну-ка, не сопротивляйся. Вот такой вот баклажанчик. Посмотрите, какое небушко. Серое. Вот такой вот серый осенний закат. Так, дегустация баклажанчика. Пожаренного женой. Ой, горячий, горячий наверняка, да, да. Зачем на него дуть? Просто ешь горячий и морщись.
Посмотрите, какой у нас цветочек там на заднем плане. Раскидистый. Ну все, рот обжег однозначно. Так, мы курочку выложили уже на тарелочку. У нас один кусочек жарится. Сейчас поедим и будем дожаривать остатки. Муж любит есть до победного конца, пока бока не затрещат. Цан-цани. Да, шеп-шеп. Шеп-шеп. Вкусненько говорит. Свет погас. Свет погас. Не сос, но сос. Это он вам объясняется, пытается объяснить, что это курица без соуса. Но мы и так видим, что он без соуса. Эпичный момент. Так, я пока буду есть. До связи. Так, пошла вторая партия. Продолжаем жарить. Я уже жарю с томатным соусом свои баклажаны. И с капустой. Так, тарелка пока пуста. Тут еще осталось. Так, что интересно показать цветочек. У меня тут зацвели некоторые мои цветочки наконец-то. Ой, не фокусируется. Один зацвел. И на одном только бутоны. А эти, видимо, так и останутся в этом году. Пустоцветами. Посмотрите, как небо поменялось, какое красивое, боже, сплошной романтизм. Единственное, что немного неудобно перед соседями со второго этажа, потому что слышно, что там кто-то возится, а мы тут, короче, навоняли едой на всю улицу и, в общем, не делимся. А как пригласить, тоже непонятно, не знаю, она все-таки же не одна, у нее большая семья. Если бы это был, знаете, одинокий человек, да, попросить присоединиться к компании, да. А так вот как-то, не знаю, в общем, неловкая ситуация. Так, мы уничтожили почти все продукты, осталось немного курицы. Завтра ее просто на сковородке к обеду пожарим. У комаров наступило время ужина, поэтому мы в срочном порядке покидаем нашу прекрасную веранду уютную, чтобы не стать ужином для комаров, потому что уже дважды меня уже надкусили. Вообще настроение прекрасное, знаете, очень радостно в душе от того, что так вот, знаете, хорошо проходит моя беременность. В такой атмосфере не у всех у нас, у самих идеальная судьба, но если есть возможность дать жизнь ребенку лучше, чем у себя, это всегда радостно. И сейчас мне радостно просто от того, что я понимаю, что я в хорошем настроении, с хорошим самочувствием, хожу свою беременность. Может быть, это как-то повлияет на ребенка и на его психическое здоровье в будущем. Такая благоприятная обстановка. В общем, все, что не делается, наверное, делается тогда, когда приходит время для этого. Иногда нужно поспешить, а иногда нужно не торопиться. Поэтому я очень рада, что я не торопилась с принятием такого решения о материнстве. И что это произошло тогда, когда оно произошло. Ладно, все, комары загрызли, я пойду. Хватит уже тут философствовать, уже не выговариваю ничего. Так, сок допила, баклажаны свои доела. Все, пойду. Мне надо покормить котиков.
своих. Ой, уже икать начинаю. Ладно, все. Всем огромное спасибо за внимание. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. И пока-пока. Неудачное какое-то освещение. Я, знаете, как старушка какая-то в кадре. Ладно, вы же знаете, что я не старушка. Пока.